Летом трек льдом не покрывают, поэтому спортсмены для прохождения бетонного желоба используют роликовые сани. Летние сборы, они нужны, во-первых, это та же самая тренировка, что и на льду, только на роликовых санях. И они нужны для того, чтобы отрабатывать технику прохождения трассы и технику управления санями. Все это отрабатывается именно на роликовых санях, в принципе, как и на льду. Такие тренировки позволяют не только оставаться в хорошей физической форме между сезонами, но и повысить мастерство, а также изучить трассу. Современные ролики позволяют ехать со скоростью, километров на 10-15, возможно, ниже максимальной зимней скорости, и сани управляются более легко. Но роликовая подготовка позволяет очень хорошо тренировать положение в санях, потому что спортсмены едут более уверенно и уделяют внимание положению в санях. А это очень важно будет зимой, и этот навык, безусловно, перенесется на зиму. Виражи зимой и летом имеют разный радиус от того, что лед нарастает, а его толщина 3-5 сантиметров. Прочувствовать трассу можно именно летом. Олимпийская санобобслейная трасса в Сочи уникальна тем, что на ней 17 различных виражей и 3 контруклона, которые созданы для гашения скорости. Сами спортсмены отмечают высокое качество сочинского трека. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.